Сейчас в Санкт-Петербурге работает наш корреспондент Анна Шуркевич. Она расскажет подробнее, что за программа ждет сегодня югорскую делегацию. Итак, Аня, здравствуйте. Чем будет интересен второй день Международного экономического форума? Добрый день, Илья. Международный экономический форум – это, по сути, город в городе. Здесь есть даже своя почта. Вот, например, можно отправить открытку в любой уголок Земли. Кроме того, здесь есть представительства по меньшей мере 10 банков, павильоны самых крупных добывающих и производящих компаний, а также журналисты. МЭФ зарекомендовал себя как очень удобная площадка для налаживания связей. Здесь для этого есть и площадки, и ресурсы, и множество партнеров. Площадка, которая нацелена, оборудована для того, чтобы можно было там получить сведения и знания по широчайшему спектру вопросов, иметь прямые возможности для выстраивания и узаконивания отношений, договоренностей и внедрения в жизнь того, о чем здесь договоришься. Югра ежегодно принимает участие в форуме, и уже есть реальные результаты подписанных соглашений. Например, работающие кванториумы. 2 года назад именно на площадке экономического форума был подписан документ о создании таких учреждений. Кстати, как и 2 года назад, Наталья Комарова встретится сегодня с представителями агентства стратегических инициатив. Вместе они обсудят реализацию еще одного проекта. Агентство «Магазин верных решений». Это онлайн-библиотека лучших практик социальной экономического развития. Еще глава округа встретится с главой области Свердловской. Соглашение, которое они подпишут, касается медицинского обслуживания жителей поселка Пилым. Жителям этого населенного пункта Свердловской области ближе и удобнее обращаться за помощью в югорские больницы. Кстати, накануне Наталья Комарова документально закрепила взаимоотношения с еще одним губернатором Владимирской области. С Натальей Владимировной подписали именно дорожную карту, конкретный план действий, что мы будем делать. И аспект межрегиональный, между городами, межрегиональный – это новый уровень развития страны. И я считаю, что мы раньше это просто недооценивали. В деловой программе губернатора Югры сегодня выступление на пленарной сессии, посвященной цифровым технологиям в медицине. Известно, что наш округ очень активно развивается в этом направлении. Я буду держать вас в курсе событий, которые происходят на экономическом форуме. Илья? Итак, это была Анна Шуркевич. Напомню, сейчас югорская делегация во главе с губернатором Югры находится в Санкт-Петербурге, где проходит Международный экономический форум.